Профессионально-техническое образование станет доступным еще большему количеству казахстанцев. О необходимости подготовки квалифицированных кадров для экономики государства заявил президент страны, озвучивая 30 ноября очередное послание народу. По мнению главы государства, Казахстан должен стать лидером по качеству трудовых ресурсов, прежде всего технических. Начиная с 2017 года будет дан старт новому проекту «Бесплатное профессиональное техническое образование для всех». То есть государство обязуется каждому человеку дать первичную специальность. Молодому человеку, который закончил школу, остался, так сказать, неудел, прийти получить первую специальность рабочую. И с этого начинать. Эту инициативу, в числе прочих, накануне обсудили на расширенном совещании в Кустанае. Как сообщил директор индустриально-педагогического колледжа, в настоящее время на стадии утверждения находится госпрограмма развития образования и науки на 2016-2019 годы, в которой одним из ключевых направлений как раз и является обеспечение доступности технического и профессионального образования. Для достижения указанной цели необходимо выполнить ряд мероприятий, в том числе и увеличение государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием. Для того, чтобы войти в число 30 передовых стран, необходимо обеспечить подготовку кадров для развития традиционных и новых отраслей карты индустриализации второй пятилетки. Стоит отметить, что поэтапное увеличение госзаказа именно по рабочим профессиям в Кустанайской области началось еще в 2014 году. Причем этот самый госзаказ формируется на основе потребностей региона, учитывая развитие в Кустанайской области в последние годы разного рода промышленного производства и запуска новых предприятий. Снизился прием на обучение на полном возмещении затрат студентов по специальностям экономика, правоведение и так далее. То есть, если мы раньше все время говорили о том, что рынок труда перенасыщен этими специалистами, то в настоящее время 70% специальностей, которые реализуют колледжи области, именно технического и технологического направления. В Кустанайской области сегодня 41 учебное заведение обучают по техническим и профессиональным специальностям. 70% лабораторий и мастерских в колледжах региона оснащены современным оборудованием для обучения. Кроме того, в минувшем году 6 колледжей области стали победителями проекта модернизации технического и профобразования и получили по 380 тысяч долларов на укрепление материально-технической базы и повышение квалификации мастеров и преподавателей. Диара Ахмечен, Елена Щегельская, РТН.